Уже несколько лет жители поселка Досор в Атырауской области вынуждены мириться с дурно пахнущим соседством мусорной свалкой. Все эти годы просьбы сельчан местные власти игнорировали. Но в прошлом году у жителей появилась надежда, что полигон ТБО наконец-то оградят высоким забором. На это даже выделили более 120 миллионов тенге. Жители поселка уверяют, что деньги потратили, а долгожданный забор так и не установили. Куда же ушли бюджетные деньги и дождутся ли сельчане решения своей проблемы, выясняли мои коллеги. Жилые дома сельчан от мусорного полигона отделяют всего несколько метров. Никаких ограждений, даже предупреждающего знака здесь нет. Эту местность впору называть кладбищем домашних животных. Отходы не сортируют и не утилизируют. Вот и становятся остатки человеческой жизнедеятельности обедом для скота. В нашем ауле было 20 коров, из них 15 погибло. Крупнорогатый скот остался лишь в двух домах. У меня самого погибли две коровы. Из-за того, что полигон не огорожен, наш скот там пасется, ест, что попало, и травится. А ведь скотина здесь, как и во многих селах, единственный заработок – доход семьи. Но этой проблемы могло бы и не быть, ведь средства на ограждение свалки выделили еще в марте 2019 года. Тендер выиграл местный предприниматель. Цена вопроса – 124 миллиона тенге. Но никакой работы так и не выполнил. Люди не дождались ни забора, ни санитарной очистки территории. Ну, мы подняли этот вопрос на уровне акима района. Аким район в курсе, сейчас дал конкретные поручения. Но вот какие поручения дал районный аким, нам так и не ответили. И местные власти продолжают терпеливо ждать, что предприниматель направит бюджетные деньги на решение многолетней проблемы. А тем временем вереницы машин ежедневно привозят сюда тонны мусора. Но озвучить сроки ограждения полигона нам не смог даже сам бизнесмен. Предприниматель честно признает, срок исполнения его договора истек 31 декабря прошлого года. Когда именно мы построим ограждение для мусорного полигона, точно сказать не могу, потому как по плану, который нам пришел от ЖКХ, мы должны закончить строительство забора вокруг мусорного полигона поселка Байгетюбе. Эта работа затянется на месяц.